общей сложности 19 часов перелета. И мы в Северной Америке. В ноябре Мексика встречает прохладой, дождями и пробками из грузовиков на дороге. Если бы не мелькающие в пейзаже кактусы в человеческий рост, можно было подумать, что мы в Краснодарском крае. На арендованной машине мы направляемся в западный штат страны, Колима. От столицы Мехико это 700 километров. Там уже неделю работают в научной полевой экспедиции специалисты Всероссийского центра карантина растений Константин Гребенников и Сергей Муханов. На территории Мексики присутствуют 75 видов единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза. Это вредители насекомые, микроорганизмы, нематоды, сорные растения. Мы уверены, что в экспедиции найдем и покажем вредоносность карантинных насекомых в природных условиях и разберемся, чем они грозят аграриям в случае заноса на территорию России. Мексика – экономически развитое государство в регионе. Располагается на перешейке между двумя американскими континентами. Соседи на севере – США, на юго-востоке – Белиз и Гватемала. Штат Колима – субтропический регион западного побережья Тихого океана. Крупнейший в Мексике производитель лаймов выращивают здесь бананы, кокосовую пальму, манго, томаты, кукурузу, рис, сорго. В Колиму наших специалистов пригласил мексиканский энтомолог, профессор местного университета Мануэль Бальказа. Он занимается систематикой и биогеографией группы больших мотыльков. Помогает Национальной лесной комиссии выявлять и собирать информацию о вредителях леса. Мексика очень интересная страна. Здесь, в Колиме, вы можете опуститься с высоты 3000 метров вниз, затем переместиться по прямой на 60 километров и оказаться на тропическом побережье. Но в горах есть пихтовый лес. В нашем штате у нас нет серьезных проблем с лесными вредителями, но ранее были проблемы с короедами. Другие вредные организмы — это грибы. В прошлом были проблемы с чешуекрылыми, мотыльками, бабочками, но в настоящее время леса очень чистые. Биологию местных насекомых специалисты в НИИКРА обсудили с профессором и во время полевого выезда в лес. Ночью поставили светоловушку, но в ноябре активность насекомых слабая даже в тропиках. Хотя места здесь уникальны. Одна из интерпретаций названия штата Колима означает «место в руке деда», где дед — древний вулкан Колима. Древний дед извергался 40 раз, последний — в 2017 году. Остальное время грозный дед-вулкан миролюбиво дымит. В лесу на западной стороне от вулкана лес смешанный, сосны единичные, зато много дикого кофе. Кофейные растения завезли в Мексику испанские колонисты в 18 веке. Сейчас страна входит в пятерку его экспортеров. Брошенные кофейные плантации на вулканической почве разрослись обширными зарослями. Но все растения поражены грибным заболеванием – ржавчиной кофейного листа. Ржавчинный гриб проявляется в виде порошкообразных спор оранжевого цвета на нижней стороне листьев, из-за чего они быстро чернеют и опадают. В 2014 году эпидемия кофейной ржавчины снизила в странах Южной Америки урожай кофе до 32%, а это потери $3.5 миллиарда США. Пораженные ржавчиной деревья добивают другие вредители, как здесь высасывающие сок листьев щитовки. Вот они, щитовки. Здесь тоже щитовки, но это уже другой вид. И здесь. Впрочем, в Колиме мы понемногу начинаем переживать, пока не обнаружены карантинные вредители. Выдвигаемся в сторону восточных регионов страны. Пейзаж за окном меняется каждый час. Тип растительности, характерный для этой части Мексики, называется чапараль. Однотипные заросли кустарников, мало деревьев. Мы движемся с запада на восток страны. Впереди 950 километров пути. Первая остановка – зерновое поле в штате Сан-Луис-Потоси, в центральной части Мексиканского Нагорья. Уже конец осени – первый урожай овса убран.
Хотя в Мексике сельхозсезоны относительны. В ноябре бывает до 30 градусов жары, а ночью заморозки. Кошение энтомологическим сачком принесло долгожданную удачу. В сетке юркий зеленый жучок – это западный пятнистый огуречный жук. Диабротика ундецум пунктата. Карантинный для стран Евразийского экономического союза объект. Вон. Лететь собирается. Куда ей деваться? Конечно, хочется улететь. А теперь попробуем заставить ее в пробирку нырнуть. Нырнула, вон в пробирке. Диабротика ундецум пунктата длиной 7 мм. Надкрылья желтые, но кажутся зелеными, с 11 черными точками. Вот диабротика довольно богат видами. Все они встречаются в Северной Америке, кроме одного интродуцированного в Европу. И встречаются на самом широком круге растений, как на однодольных, включая зерновые, так и на самом широком круге двудольных растений, овощах, салатных культурах и так далее. Жук диабротика ундецум пунктата – близкородственный вид западному кукурузному жуку. Диабротика вирджифера. В США на борьбу с ним ежегодно тратят 1 миллиард долларов. Западный кукурузный жук уже выявлен на территории Европы. Россия производит 10 миллионов тонн кукурузы. Половина идет на экспорт. Сложно даже представить, какой огромный ущерб нашей сельхозотрасли могут нанести жуки диабротика. Да и любые другие чужеродные для континента вредители. Россию с Мексикой связывают давние торговые отношения. Мексика импортирует к нам масличные семена и плоды, но больше фрукты. Цитрусовые, бананы, финики, инжир, авокадо, ананасы, манго и орехи. За последние 4 года на 72 миллиона долларов США. Россия за последние несколько лет поставила в латинскую страну 2 миллиона тонн пшеницы. У фитосанитарных служб обеих стран работы хватает, но это и повод для научного сотрудничества. Мы в штате Тамаулипас, куда входит часть предгорья восточной Сьерра-Мадре, красивый, но не туристический регион. Штат известен вспышками преступности из-за противостояния наркокартелей, борющихся за контроль над поставками наркотиков в США. Спецслужбы США по уровню насилия причислили 5 мексиканских штатов, в том числе Тамаулипас, к Сирии, Афганистану и Ираку. Мексиканские полицейские советуют, чтобы не стать жертвой ограбления или случайной перестрелки, передвигаться в штате в светлое время суток, по платным охраняемым дорогам, что мы и делаем. Зато для энтомологических исследований Тамаулипас подходит как нельзя лучше. Тем, что это Северная Мексика, то есть климат, конечно, гораздо более мягкий, чем в большинстве регионов России, но отчасти напоминающий Черноморское побережье Краснодарского края и Крыма. Поэтому местная фауна вредителей, конечно, нас интересует. Мы в Сьюдад-Виктории, столица штата Тамаулипас. Здесь нас тоже ждут, в автономном университете штата. Автономный университет штата Тамаулипас занимает достаточно большую территорию на возвышенности возле города. Здесь обучается порядка 3000 студентов. Этот корпус основной. Новое здание построено абсолютно недавно. А научно-исследовательская группа занимает вот это скромное здание. Здесь находятся лаборатории. Кстати, здесь работают наши соотечественники, российские энтомологи. Три десятилетия назад правительство Мексики запустило государственную программу по приглашению специалистов-преподавателей из зарубежных стран для развития науки. Энтомологи Андрей Халаим и Светлана Мярцева уже больше 10 лет работают в университете. Изучают фауну Мексики, публикуют исследования, готовят специалистов. Андрей показывает свою коллекцию насекомых. Он занимается изучением биологии и систематизацией паразитических наездников надсемейства ихневмониды. Мексика уникальная страна, поскольку здесь пересекаются не арктическая фауна и не тропическая. То есть Мексика находится на стыке этих двух фаун, плюс обладает своим собственным комплексом эндемиком
имеет очень разнообразный, широкий спектр ландшафтов, поэтому работать здесь безумно интересно, именно изучать вот мексиканских паразитических наездников. Многопрофильный университет штата Тамаулипас готовит специалистов по агрономии, занимающихся вопросами энтомологии, почвоведения, мелиорации, защите сельхозкультур. Некоторые лекции можно проводить прямо за учебными аудиториями. Профессор университета Энрике Руис Консино показывает нам поле на территории университета, поврежденное вредителем растений. Высокая трава изъедена крупными гусеницами, на каждом растении по несколько особей. Это известный в Мексике вредитель зерновых и кукурузы. Полосатая травяная совка Мочис репанда. А это вот все поле, которое она объела. Причем объедание очень серьезное. Гусеница старшего возраста завивает кокон из листьев злаков или на других растениях и в нем окукливается. Вот здесь видна гусеница. Она еще не окуклилась. Это в ближайшее время произойдет. You can see this is a big worm. Видите, это большая гусеница. Они прожорливые, съедают все листья. А бабочка выходит из кокона и летит в цитрусовую рощу, где питается на апельсинах. Поврежденные ей плоды опадают. Иногда потери урожая из-за этого вредителя достигают от 5 до 10%. Специалисты университета изучают использование в борьбе с вредителем биометод ос паразитов семейства ихневмониты, которые откладывают яйца в личинок совки и снижают численность ее популяции. За 35 лет нам удалось собрать лучшую коллекцию семейства ихневмонит в Мексике. И мы опубликовали порядка 15 книг по данной теме при поддержке мексиканских и российских специалистов. Вид Мочис репанда включен в карантинные перечни Бразилии и ряда стран Африки. Энтомологам в НИИКРО предстоит оценить фитосанитарный риск от попадания вредителя на территорию России. Это не карантинный объект для России, но вполне возможно, что она будет вредить и по южным областям России. Ну и, естественно, если прорвется в Среднюю Азию, то обязательно там будет опасно. Но мы предложим внести ее, по крайней мере, на рассмотрение в список карантинных объектов. Как во Всероссийском центре карантина растений проходят научные исследования, Константин Гребенников рассказал студентам университета Тамаулипас. Будущие агрономы расспрашивают про стажировку в подмосковном научном центре. А работы у мексиканских агрономов всегда много. Растениеводство – основа экономики государства. Только кукурузой засевают 3 миллиона гектаров. Это поле кукурузы не совсем обычное. Используется для научных исследований по биометоду университета штата Тамаулипас. Здесь практически не используют химикаты, поэтому мы очень надеемся, что найдем вредителей. На опытном поле испытывают мягкие средства защиты растений и феромонные ловушки. Пока ученые университета наблюдают вредителей кукурузы, в шутку говоря, во всем их великолепии. Главный виновник неурожая – кукурузная лиственная совка Спадоптера фругиперда, карантинный для России вид. Повреждения ее гусеницами видны повсюду. Нет ни одного здорового початка кукурузы. Здесь видно начало повреждения, видны экскременты гусеницы, и вот сама она сидит. Возможно, она не первый початок повреждает, потому что здесь следов погрызов немного. А гусеница уже достаточно крупная. Возможно, скоро пойдет на окукливание. На опытном поле специалисты выставили ловушки производства в НИИКРО с феромонами на три вида совок, которые здесь могут быть. Американская кукурузная совка, южная совка и кукурузная лиственная совка. Ловушки на первые два вида совок оказались пусты. Ждали, что окажется в третьей. Кукурузная лиственная совка Спадоптера фругиперда присутствует на обоих американских континентах – от Чили до Канады. В данной ловушке применен феромон Спадоптера фругиперда. И мы видим двух бабочек, попавшихся в ловушку. Ну, мы до этого видели не настолько сильное заражение. Численность колеблется, но местами это серьезная угроза. То есть значительная часть початков заражена гусеницами. Ну и понятно, они выедают зерна кукурузы внутри, початки загнивают поврежденные. Это очень серьезный вредитель. Да, мы поймали всего несколько бабочек, но тем не менее уже очевидно, что феромон их привлекает. Наблюдение сплошных повреждений кукурузы вредителем доказывает, что насекомые не случайно в карантинном перечне стран ЕАЭС.
мы направляемся в горы штата. Дорога оказалась крутой на подъем и очень каменистой. Местами для наших невысоких «Шевроле Авео» выбор небольшой. Удар камнем или дорога в пропасть. Позже мы увидим результат каменистой тропы. А пока переживаем о другом. Нам предстоит работать на лесной территории, которая принадлежит индейским коммунам – Эхидо. И еще неизвестно, как нас встретят хозяева без предварительной договоренности. Мексиканский лес выглядит как парк дендрарий. Белые камни, пушистые сосны, мясистые агавы. Но идти сложно. Местами забор из колючих растений. Острые иглы агавы, суккулентного растения родственного алоэ, мы прочувствовали на собственных ногах. Иглы прокалывают даже плотную ткань брюк. Склоны Мексиканского Нагорья покрыты хвойно-лиственными лесами. Местная община индейцев сама принимает решение по вырубке насаждений. Заметно, что удаляют и зараженные вредителями деревья. Лесозаготовка идет активно, так что наше присутствие оставили без внимания. Первое ощущение от леса – прекрасный здоровый лес. Но как только мы увидели, что есть упавшие деревья, сначала даже непонятно было, спилены они или сами упали. Каждое упавшее дерево представляет для нас интерес, потому что это явное ослабление или там погибающее дерево. А значит, на нем, скорее всего, будут короеды. Главное, какая фаза развития, чтобы не было не раннее заселение и не позднее, чтобы оно не было, главное, отработано. То есть молодое поколение вылетело, а старые жуки уже погибли. Поврежденные стволы короедам видны сразу по буровой муке. Короед грызет камбий в стволе, в котором будут развиваться его личинки, и выбрасывает остатки камбия наружу. Это и есть буровая мука. Вот здесь под корой должны быть короедики. Хорошо видны личинки, ходы маточные. Вот эта брачная камера. От нее начинаются два или более маточных хода. Вот в одном из них сидит жук, который прокладывает ход и откладывает в ячейке яйца. Из яиц появляются личинки, они прокладывают личиночные ходы. Вот здесь тоже хорошо видны. Это видно? Угу. Вот здесь видны личиночные ходы начальные, потом они переходят в более широкие, расширяются по мере роста личинки. И в конце концов она делает куколочную колыбельку и в ней окукливается. Извилисто разрисовал своими ходами кору сосны восточный шестизубчатый короед Ipsus calligraphus, карантинный объект для стран ЕАЭС. Наблюдения в Мексике подтвердили его способность к круглогодичному размножению и отсутствию облигатной диапаузы. На одном лесном участке одновременно присутствуют разные стадии развития – личинки и имаго. Личинки, естественно, развиваются в камбии и в нем же окукливаются, либо уходят на окукливание в корку. В данном случае заселение произошло примерно месяц назад. Жуки успели развиться. Но еще были и личинки, и молодые жуки немножко, и старые жуки еще живые. Как раз их мы и собирали. Буквально рядом такая же поваленная сосна, скорее после пожара. Обследовали, и вновь экспедиционная удача. Под корой заметна жизнедеятельность других короедов. Это североамериканские жуки рода Dendroctonus. Достаточно крупные жуки, вдвое крупнее, чем Ipsus calligraphus. Ну, в полтора-два раза крупнее, чем Ipsus calligraphus. Соответственно, это, скорее всего, тоже карантин. У нас порядка 5 или 6 видов из мексиканских дендроктонов находятся в карантине. В трещинах коры видна буровая мука красно-коричневого цвета, а при снятии коры заметны множественные ходы жуков. Вот ходы дендроктона, они очень крупные. Личинки питаются под корой, лубом, то есть камбием, и тем самым убивают дерево. На коре множественные натеки смолы, образующие смоляные воронки. В этих местах жуки втачивались под кору, а сосна пыталась от них защититься, заливая их смолой. Воронки розоватого цвета из-за смешивания смолы с буровой мукой.
Первые, атакующие сосну жуки, погибли, но следующие внедрились в кору. Крупная сосна, окольцованная ходами нескольких семей жуков, неминуемо усыхает. В России присутствует только один вид из многочисленного рода дендроктонус – большой еловый лубоед – дендроктонус миканс. Важно понять биологию латиноамериканских видов вредителя. Выставляем несколько ловушек с антрактантами на короедов, заодно и на еще одного стволового вредителя – усачей рода монохамус. Утро следующего дня началось с неприятного события. Из коробки автомата машины, пробитой на горной дороге, за ночь вылилось масло. Благо, что это не случилось в лесу, и специалисты не попали в аварию. На подъеме мы прошли, на спуске мы пару раз цепанули камни. Были повреждены труба выхлопного коллектора, и один раз пробили картер коробки передач. Поврежденную машину сдаем в сервис. Но бросить интересное для исследований место в горах никто не в силах. Едем на второй машине и вновь пытаемся осилить горную дорогу. В лесу проверяем выставленные вчера ловушки на усачей и короедов. На разочарование только в одну попались несколько короедов Ipsus calligraphus. Специалисты в НИКРО исследуют сосны, пытаясь найти усачей рода монохамус. Именно они – переносчики высокопатогенной сосновой стволовой нематоды Бурсофиленхус ксилофилус, широко распространенной на североамериканском континенте. Местные хвойные породы устойчивы к патогену, а вот большинство европейских и азиатских хвойных погибают за сезон. При этом вплоть до 2016 года поставки в Россию сосен на Новый год были даже из Северной Канады и США. Специалисты осматривают все поваленные деревья. На упавшие у дороги сосны замечают характерную буровую муку на коре. Ну вот на данном ливне мы частично удалили кору и прекрасно видим. Были отложены яйца, и вот идет личиночный ход черного хвойного сача. И вот один ход, другой ход, и здесь вот он уходит внутрь ствола. То есть личинка ушла в древесину и дальше развивается в ней. И если бы мы распилили это дерево, мы бы увидели там глазные отверстия, наполненные буровой мукой. В этот раз в мексиканском лесу не удалось наловить живых жуков. Сезон лета прошел. Личинку изучат энтомологи в лаборатории во Всероссийском центре карантина растений. Пять тысяч 500 километров. Общая протяженность маршрута экспедиции. Помимо карантинных видов, изучалась биология и вредоносность других массовых вредителей. Найдены окаймленный кукурузный жук и мексиканский кукурузный жук. Вредители растений в районах, климатически близких к Краснодарскому краю. Короед Ipsus cribriculus, близкородственный вид восточного пятизубчатого короеда. Собраны щитовки Хионаспис гетерофилия, вид, близкий к сосновой хвойной щитовке Хионаспис пинифолия. Вот здесь буровая мука. Сейчас вскроем кору и попробуем найти личинку. Вот видно, буровая мука темная, то есть личинка грызла луб и питалась им, а потом ушла в древесину. Вот она, видна личинка. Вот она сидит, личинка усача, монохамуса. Небольшой возраст, наверное, третий. Несколько месяцев ей еще предстоит погрызть древесину, пожить в ней, потом окуклиться, и выйдет усач. Эти ветви сосны, в которых отродились личинки усачей рода монохамус, привезены из Мексики. Через месяц в специальных лабораторных садках появились молодые коричневые усачи. Их идентификация энтомологом в НИКРО Денисом Касаткиным показала, что в мексиканском лесу найден карантинный объект для стран ЕАЭС, отсутствующий на европейском континенте пятнистый сосновый усач – Monochamus clamator. Пока жуки бодры, питаются хвоинками, но увидеть живую природу им не суждено. К весне все живые особи будут заспиртованы и пополнят коллекцию научного центра.
Это позволит специалистам изучить биологию карантинных видов и проанализировать, как обезопасить нашу страну от вредных насекомых-чужестранцев.